Всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале по заработку денег в интернете. Крипто Ньюс. Меня зовут Алексей. В данном видеоролике я расскажу про заработок на облачном майнинге. Проект называется TRX Video. В данном проекте для того, чтобы пройти регистрацию, нужно будет ввести адрес электронной почты. После этого ввести номер телефона и также ввести пароль, который, соответственно, вы придумали. После этого ввести инвайт-код, если у вас он не высветился автоматически, я его оставлю также в текстовом варианте под видеороликом. После этого нужно нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Да, я уже зарегистрирован, давайте я сейчас авторизуюсь. При входе в аккаунт у нас выходит новостное объявление, где проект рассказывает сам про себя. Здесь имеется вознаграждение за регистрацию нового пользователя от 10 до 10 тысяч 3x. Вознаграждение, ежедневный вход в проект также дается от 1 до 50 тронов. Наивысшее вознаграждение для рекомендованных инвесторов составляет 20%. Также на данном проекте имеется способ для заработка от 5 до 10 каждый день долгосрочной эффективности. Имеется ссылочка на проект, также имеется официальная группа на Telegram, официальный срок поддержки Telegram, юридический документ и также награда за регистрацию. Коэффициент инвестиционного, как происходит в принципе здесь у нас начисление. Если депозит, допустим, от 10 тысяч трон до, получается, 10 тысяч трон, умножаем на 5%, точнее считаем 5% на один день, это ежедневный доход будет 500 трон. Соответственно, здесь есть трехуровневая партнерская программа, она насчитывает 13,5,2 глубину, и все в этом духе. Что довольно неплохо, все в принципе здесь понятненько. Как вы видите, здесь есть инвестиционные тарифы, их два. Минимальная сумма инвестиций – это 30 трон, максимальная в данной. Именно тарифный план 5 миллионов. Также под 6% уже минимальная сумма инвестиций 1000 трон до 5 миллионов. Ежедневный доход 60%, если, в принципе, 60 трон, если вы от 1000 трон проинвестировали. Ну что, друзья, давайте разберемся по вкладочкам. У нас есть подписаться. Моя команда, депозиты, снятие средств, а нас деятельность, приложение, регистрация. Здесь есть, в принципе, вкладочки. Давайте посмотрим, где у нас имеется подписаться. Подписаться, здесь у нас имеется, так, тарифные планы. Зарегистрируйтесь в награду. 1% ежедневного средств. Прямой перевод на прямой аккаунт. Можете накопить или награду за вход, если вы, допустим, входите ну, 30 дней в проект, можете получить 10 трон себе на вывод. Довольно неплохо, и вот здесь вот можно войти. Нажимаем «Войти», «Получить», 3x, успешно. Давайте обновим, мы сейчас посмотрим, получилось ли нам у нас получить какие-то троны. Угу. Нам просто засчитали, но пока что получить не получилось. Имеется счет, здесь у нас главный, да, по транзакциям инвестиций, инвестиционная сделка и моя команда. Детали транзакции, запись пополнения, запись снятия средств, введение награды и учетная запись. Введение награды, давайте посмотрим. Это у нас партнерская программа, она насчитывает трех уровней, как я и говорил. Вот она ваша ссылочка. Так что здесь удобно приглашать новых пользователей в данный проект. Также имеется вкладывать деньги под тарифный план. Давайте я пополню сейчас баланс на 30 трон. Вводим сумму 30. Нажимаем трон. Следующий шаг. Это у нас сначала подтвердить свой адрес электронной почты. Без проблем. Сейчас я подтверждаю адрес электронной почты. Мне приходит смс-очка. Я дабы использую свой мобильный телефон в качестве подтверждения почты. То есть не буду представлять видеоролик. Сейчас просто прочитаю почту от данного проекта, нажимаем отправить код, ничего в этом страшного нету, отправлено успешно, заходим сейчас в почту, и, угу, вижу код, ну и в принципе подтверждаю его, нажимаем подтвердить, все, вот он у нас QR-код для нашего пополнения и также адресная строка, я его копирую, перехожу в TronLink, это удобнейшая, получается, кошелек для трона. Нажимаем send, вставляю адрес, нажимаем next и отправляем депозит. Так, нажимаем send,
Денежные средства отправлены на мой счет. Кстати, выплату нам нужно будет заказать всего лишь один раз, или же она, по-моему, приходит автоматически плюс наш 1,5%. Достаточно 1,5 тонн, то есть 5% от суммы нашего вклада. Это достаточно удобно и неплохо. Дальше, следующий момент, который нам нужно будет сделать, это скопировать нашу транзакцию. То бишь, допустим, я вот нажимаю print screen и выделяю область. Сейчас я ее скопирую. И сейчас мне нужно будет загрузить ее вот в это окошечко. Приостанавливаю видеоролик и загружаю. Итак, отправили на рассмотрение, загрузили свой скриншотик и теперь отправить на рассмотрение. Ежедневный вход награда 1, регистрация успешная 10 трон. Так, теперь ожидаем, когда перезарядка у нас будет завершена. Так, у нас имеется Telegram. Telegram данного проекта, да, 10 тысяч участников, довольно неплохо. Поддержка Telegram и белая бумага. Данный текст вы можете прочитать, с легкостью ознакомиться со всей документацией данного проекта, к сожалению, только на английском языке, но с помощью любого переводчика вы можете перевести на русский язык, все будет читаемо и доступно. Если вы не знаете, где пополнить криптовалюту Tron, можете использовать сайт PayPay. Здесь вы можете как купить крипто на, через фиатные рубли, допустим, да, и перевести их на свой кошелек Tron Link. Удобно. Прошло не так много времени, давайте посмотрим записи пополнения. И как мы можем увидеть, перезарядка 30 трон завершена. Это довольно неплохо, значит мы сейчас можем с вами сделать депозит. Нажимаем вкладывать деньги. Здесь у нас представлены тарифные планы, про которые я говорил уже ранее. Под 5% в сутки на, получается, срок 1-2 дня. Срок инвестиций 2 дня. Время расчета автоматически. Способ погашения, получения возврат при основной суммы по истечении срока. Соответственно, мы получаем плюс наши 30 тронов, мы получаем 30 тронов обратно, и плюс еще 5% от суммы нашей инвестиции. Довольно неплохо, нажимаем вкладывать деньги. Минимальная сумма пополнения, это 30 трон, как раз то, что у нас есть. Так, вкладываем сумму инвестиций, также еще нам дали с вами 10 трон, поэтому можем нажать 40, я так думаю, да? Хотя нет, именно инвестиции 30. Вкладываем именно собственную инвестицию. Так, все. Вложили, и сумму вы видели, 3 трона в день мы будем получать с вами. Вывод здесь, в принципе, также имеется. Нажимаем снятие средств. Сначала установить кошелек. Так, я сейчас остановлю видео, после этого продолжу, после того, как я введу. Итак, друзья, давайте проверим с вами инвестицию. Заходим в Tron Link, то есть нашу выплату с вами проверим. Заходим сюда. И как видите, плюс 11 трон. Соответственно, денежные средства были зачислены на мой кошелечек. Плюс, заметьте, в чем мы получаем огромный плюс. Я пополнил данный проект 30 трон. За это получил также вознаграждение в размере 10 трон. 30 трон я залил в депозит. Через 2 дня этот депозит мне вернется на баланс. И плюс еще 3 трона сверху. Соответственно, подсчитываем сумму прибыли, которую мы получаем за 2 дня. 11 трон я уже вывел на ваших глазах, да, это подарочные троны, которые дали мне за пополнение. И уже через 2 дня я также закажу выплату уже на 33 трона. Соответственно, я вложил 30, получил выхлоп 44 трона. Довольно неплохо, согласитесь. Ссылку я оставлю в описании под видеороликом. Если вам понравился проект, то обязательно палец вверх. Если не понравился, то палец вниз. Всем пока-пока.